добро пожаловать на второй выпуск рубрики «Ремонт». Да, для того, чтобы разнообразить картинку, как вы видите, я решил произвести все это дело в движение, выехать на наш замечательный полигон. И в этом именно видео мы будем заниматься ремонтом подвески и заодно прокачаем тормоза, потому что тормоза у нас тоже довольно в печальном состоянии были. Вы сегодня увидите, как мы их делали, что мы сегодня там меняли. Ну, давайте начнем. Да, если помните, в 9-м выпуске мы полностью поменяли правую сторону подвески. Рычаг, стойка амортизатора, пружина, все это было обновлено. Левую мы поменяли только рычаг. Стойку амортизатора и пружину мы тогда не меняли, мы поехали домой уже на том, что есть. Поскольку мы вдвоем делали ремонт и в тот момент уже подизмотались. Что касается тормозов, то их состояние, как мы уже выяснили в 9-м выпуске, оставляло желать лучшего. Машина очень плохо тормозила, и после того, когда, чтобы поменять рулевой редуктор, мы снимали блок АБС, поставили его назад, пытались его прокачать, но ничего не получалось, так как задние суппорта сильно заклинивали. В общем, мы решили тормоза оставить как есть. Машина хоть как-то, конечно, могла тормозить, но очень туго. И по той, кстати говоря, причине мы именно ночью отправились до моего дома, довезти машину надо было, оставить у меня ее на парковке, после чего она уже ждала следующего ремонта. В первую очередь она ждала, когда подновятся тормоза, поскольку тормоза – это просто необходимая вещь в любом автомобиле, даже важнее, чем моторы, там, мощность и так далее. То есть в первую очередь должны работать тормоза, чего они у меня, конечно, особо не делали. Да, давайте сейчас посмотрим, как работали тормоза до ремонта. При смене режимов движения коробки, при зажатой в пол педали тормоза, ведущие колеса умудряются даже чуть-чуть прокручиваться. Ну а как же работают тормоза в динамике? На это стоит взглянуть отдельно. Вот видите, ребята, неуверенные тормоза. Реакции нет. Я давлю педаль тормоза, вот в конце только реакция. С такими тормозами ездить не очень комфортно, поэтому я и не езжу. Буду ждать ремонта, он уже очень скоро. Давайте вспомним 9-й выпуск и что мы там успели сделать. Ну, как вы помните, мы поменяли рулевую машинку, рулевые тяги, трапецию, маятник. Также мы поменяли правую сторону подвески полностью, именно рычаг в сборе, стойку амортизатора с пружиной и стойку стабилизатора. Слева мы тогда успели поменять только рычаг в сборе, все остальное осталось старым. И нам все осталось это доработать, поменять левую сторону подвески до конца, а именно блок стойки с пружиной плюс стойку стабилизатора. Вот, узнаем, да? Это у нас все по-прежнему пружина левая, также стойка амортизатора, опора для нее, то есть, короче, левую сторону подвески. Вот она вся здесь лежит, я ее уже показывал. Смотрите, здесь вот у нас, что касается тормозов. Вот, сейчас все покажу. Да, ребята, вы все правильно поняли. Я детали тормозов, кроме, естественно, тормозных колодок, взял на разборке, поскольку у меня не было финансовой возможности взять новые детали, именно новые суппорта и новые тормозные диски. Пришлось довольствоваться тем, что я смог найти на разборке. Давайте на них взглянем. Колодки передние, дисковые. Вот они. Это у нас Босх. То есть вот такие вот у нас колодочки. Вот. Такой мощный. Не знаю, что это, текстолит или что это за материал, еще пока не изучал. Ну вот вроде бы да, вроде бы текстолит. Хотя, просто когда они сильно трутся при высокой скорости, запах текстолита идет. Поэтому я так и сделал вывод, что это текстолит. Вот, Босх, вот такие вот колодки, кстати, кому интересно посмотреть. Так, вот, это у нас передние колодки.
тормозной системы. Дальше посмотрим, что мы тут. Это направляющие, кстати, колодок. Вот. Задние, ну, на заднюю ось. У меня там все сгнило. Поэтому заодно и направляющие купили. Вот такие вот. Тоже Bosch. Bosch, как у нас по-русски его читают некоторые. Так, установочный, вот, задних колодок, да. Так, это вот у нас, насколько я знаю, задние, вот даже отмечено задние колодки. Это у нас, что это такое, оригинал. Вот, фирма АТЕ. Ну вот, смотрите, это у нас комплект задних колодок. Вот он. Они вот так выглядят. Как видите, от передних существенно отличаются по внешнему виду. Но вот, тем не менее, это они. Дальше. Самая тяжелая статья нашего ремонта тормозов. Это тормозные диски задние. Ну, вид у них, скажем так, не очень товарный, конечно, но это все ерунда, потому что на самом деле диски почти нулевые. Вот. Единственное, вот здесь, как вот мне сказал, то, что у них вот здесь был заклинивший суппорт, и колодки не протирали, вот это все ржавчина, видите, осталось, все надо просто отбить. Ну а сами диски, что касается дисков, они вот, как видите, выработки не имеют практически никакой, вот они, ровные абсолютно. Это все, но оно само подзачистится под действием тормозных колодок, а вот это надо будет отверточкой выбить, вот эту всю ржавчину. На одном из тормозных дисков, которые я достал на разборке, присутствовала ржавчина. Для того, чтобы новые колодки не разбились, эти куски коррозии были счищены. Этот диск еще послужит, так как кроме ржавого налета, имеет вполне неплохое состояние. Вот, и тогда все будет работать, потому что у меня на моих старых дисках там большая выработка. Дальше. Да, и вот суппорта тормозные. Давайте мы на них посмотрим. У нас суппорта. Вот. Суппорта тоже вид у них не очень товарный, но это не мешает им быть вполне работоспособными, тем более, что они отремонтированы. Вот. Поршни ходят. То есть все нормально. Это у нас первый комплект суппорта. А это вот второй. Вот, по-моему, второй ремонтировался. Да, я смотрю точно. Да, вот видно здесь следы нового герметика. И вот они, новые там поршни стоят, вот эти специальные, да. В принципе, жаловаться ни на что не могу, так как суппорта работают прекрасно, поршни выдвигаются и заходят назад, ничего не протекает. Состояние самих дисков, конечно, не товарное, не спорю, но при этом диски сами особой выработки не имеют. И по той причине машина конкретно стояла всю зиму, ждала. Наступил март, наступила оттепель, и после чего появилась хоть какая-то возможность доехать. Я показал работу тормозов. С учетом того, что на пути в ремонтный полигон встречаются мосты с довольно крутым спуском, я не рискнул ехать на автомобиле самостоятельно. На мой взгляд, риск врезаться в другой автомобиль из-за плохой способности к остановке или, что еще хуже, сбить пешехода, никак не стоит того, чтобы экономить пару тысяч рублей. Ага. До места ехать все-таки 11 километров. По этой причине Омегу я опять же эвакуировал. Доехав до ремонтного павильона, машина после выгрузки ее на землю все же смогла сама туда заехать. Ее хотя бы не пришлось толкать своими силами, что уже прогресс. И мы тут же пошли менять переднюю левую сторону подвески. Замена правой была показана в 9-м выпуске. Левая сторона стойки меняется таким же образом. Так,
Так, диск вроде как еще пожить может. Да. Еще и не попали. Да ладно, неправильно стояла? Да. Сама стойка поворотная, видишь? Ага. Она не в плоскости. Вот эта чашка вот так должна стоять. Повернута. Вот отверстие, видишь? Вот раз. И вот два. Вот. Так? Два, да. Плюс метка. Вот эта метка должна быть под углом 90 градусов к этому. То есть, да? Да. То есть, если смотреть вот так, вот эта метка на 90. А вот эта должна стоять строго по этой дырке. То есть, у тебя верхняя чашка стоит вот так, а должна вот так. То есть, вот у тебя. У тебя не хватает там, ну сколько? Ну, градусов. Ну, вот. Вот столько. 30, не... да. О, 45. 45 даже, да. На 45 градусов не дотянуто. Ну, стойку-то поджимаешь? Ну-ка. Пытается, слушай, даже. Нет, живая. Ты новую-то прокачал? Нет. Прокачку. А надо? Это что, типа вот так? До упора. Давай. До стука. Давай, давай. Сейчас, подожди. Твоя омега. Раз, отпусти. Отпустил. Два. Ногами-то зажми. Вот. Три. Смотри, как. Это живая оказалась еще. Та-то вообще впадала, как это. Ну, да, новое, оно есть новое все-таки. Правильно я тебе сказал? Вот, вот так. Угу. Вот, точка, точка. Видишь, а это вот так. Вот это точка, точка. Да. Угу. Вот так. То есть вот мы выставили, если вот это. Вот это под углом и вот это под углом. Пружина стоит под углом. Угу. Положи ее пока. Вот, смотри. Так, сейчас. Видишь? Плоскость, плоскость. Ага. Видишь? Да, вот эти две получается. Вот, видишь? Вот это под углом. Да, и вот это Все. Под углом. Да. А вот это ровно, то есть ты когда в тачку засунешь, ага. Видишь, у тебя пружина стоит под углом, а это ровно плоско, то есть вот она у тебя вот так стоит. Угу. Понял? Да. Пружина, видишь, здесь-то вот, и вот здесь пошло. Вот, теперь ровно, да, вижу. Сообразил, да? Да, вот теперь я понял. Все. Вот, и получается, у тебя пружина стоит под углом, а верхняя чашка у тебя стоит ровно. Угу. Потому что у тебя площадка вот здесь, ты посмотришь. Ага. Она у тебя ровная здесь. Да. Шумничек живой. Не забываем про подшипничек, да? Вот сюда его. Все. Так, маленькая на маленькую смотрит. Абсолютно. В одной. Вот так. Так, все, смотрим. Чуть-чуть, да, вроде как. Вот, все, вот чуть-чуть. Вот так. И у тебя получается что-то сейчас. Резинку поправь. Сейчас. Давай. Так, как оно, вот так? Вот так, все. Ага. Видишь, у тебя сразу она села. Все, и пружинка на месте. Ага. И это. И это село. Так, все. Еще раз, вот маленькая точка к маленькой точке. Это я так, все. Для запоминания. Дальше. Ага. Ты одеваешь. Гайку. А, это сначала, да. Подожди, вот так-то она должна быть. Так, да? Да, вот так. И где? Ну, все. Вот. Берем ключ. Полетит, как полагается. 24. И стягивай. Все, у тебя получается вот как на картинке. Угу. Стойки совпадает, это под углом вот чуть больше. Тут стойку, походу, вообще собирали, не опираясь. А там просто лопнувшая была, они ее выставляли, чтобы в плоскость попасть. Как уже было, да. А они сказали, нет, они в плоскость попали, поэтому они ее и повернули. Угу. Видишь, тебе не хватало полвитка. Вот они на эти полвитка и сместили тебе стойку. Ну даже вот видно, след облом, да. То есть они тебе, нет, она, значит, была правильно собрана, но они ее, вот, села. Угу. Так. Так, что, держать? Смотри. Стойку держать? Все, ебать. Вот она как должна сидеть. Понимаешь? Так. Все, ты придерживаешь? Стойку держать. Да. Окей.
Блин, люблю, когда заворачиваются новые детали в машину. Все, потом подтянь. Вот смотри, она даже уже не болтается. Вот чашка, она должна... У многих вот эти чашечки торчат. Стойка собрана неправильно. Когда они проворачивают, у них шток получается, ну... Шток, видишь? А здесь приправлено... Вот, все, она мертвая уже. Она уже висит. Я ее сейчас подтяну. А у многих она вот в этом месте вот так люфтит. Люфтит, да. Здесь вот для чего. То есть она должна вот как бы... Жесткая должна. Да, Саша, да, тогда говорил мне комментарий по поводу того, что респект и уважуха. А, этот вот, злой геймер, злой, да? Злой геймер. Вот, да, он, как говорится, просил рассказать. Вот мы ее притянули. Она нет, она не должна люфтить. То есть не должно быть, вот, она мертва должна сидеть. То есть вот здесь вот, когда мы сейчас дадим нагрузку, вот как и с той стороны, да, собственно, потому что машина у нас фактически, она стоит у нас на колесах. То есть вот здесь, вот. То есть если я ее сейчас вот так вот включу, вот здесь не должно быть почти зазора. Не должно быть люфта. То есть вот, вот это правильно собранная стойка. Седает, у тебя вышло и все. То есть она не дает. То есть у нее, естественно, есть этот ход. Но при идеально правильной сборке. Все. Вот она вот. Не вверх, не вниз. Она мертвая. При небольшой затяжке, ну, уже не люфтит она. Она уже не люфтит, да. То есть она вот ходит по штопу. И вот здесь очень ровно она сидит, соответственно, на плоскости. Вот, да, вот это идеально. Вот как там будет. То есть мы сейчас дособерем и мы снимем и полностью проверим подвеску. Да. Многие говорят, значит, ребят, вот здесь вот основная ошибка многих, да, вот как и у тебя, кстати, ошибка, вот сейчас достану. Вот этот болт верхний, он развальный должен быть. Значит, мне все говорят, что на Амиге надо балку делать. На Амиге развал делается, я сейчас просто ищу развальный болт показать. Найду — повезет, и найду — не повезет. Где-то был. Вот, значит, смотрите, что это развальный болт. Вот так он выглядит. По факту у тебя должен стоять не вот такой, а вот такой. Для чего? Резьба одинаковая, да? Значит, показываю. Вот этот болтик вставляется вот сюда. Видишь? И при нужном повороте у нее, то есть вот я вставил этот болт, да, я его не притягиваю. Видишь люфт? Вот это дает, вот, оп, а, вот он. Вот развал как стоит. Для многих, вот, кстати, половина не знает, вот здесь должны быть развальные болты. Об этом я узнал еще очень от одного хорошего мастера, когда мы с ним не могли выставить развал на моей Омеге. В итоге, ну, рулежка у меня была вообще идеальная. В общем, вот эти вот болты, я просто... Ну, сейчас на развал приедем, там посмотрим. Значит, вот эти вот болты, вот они развальные. То есть ты когда выставишь вот, видишь, вот сейчас он вот так. Вот я его сейчас вот нажал, грубо говоря, повернул. Все, он в этом положении завис. Я его верну. Ну, блин. Видишь, колесо начинает уходить. Вот так. Или вот так. То есть схождение... И вот так делается здесь развал. Вот он. Видишь, люфт? Крутя вот этот болт. Ну. В общем, вот так вот делается здесь развал. Так что, Михаил. Мы с вами в ближайшем времени поедем за развальными болтами. Именно так. И только так на Амиге делается развал. Заодно мы решили поменять передние тормозные колодки. Пока все идет гладко. Даже удивительно, как поддается машина ремонту на этот раз. Мы перешли к задним тормозам, которые и явились поводом работать над всей тормозной системой. Да, состояние их, конечно, не является катастрофой, но все же видно, что тормозные диски не менялись очень давно. Женя решил обильно полить ВД-40 все крепящие болты, чтобы растопить их прикипание и снять остатки того, что некогда носило название «задние дисковые тормоза».
Направляшки лови. Ура! Да ладно. Форд вообще. Вообще огонь. Диски-то достал? Диски достал. Пошел? Пошел. Ура! Вообще огонь. Представь, чтобы эти только трубки сошли нормально. Суппорта выкинуть их к чертям. После этого, на удивление, все поддалось откручиванию, что опять же порадовало. Кстати, тормозные шланги к суппортам не особо поддавались откручиванию. Но Женя придумал иной способ, который нас избавил от мучений прокладывать новую тормозную магистраль, что и требуется в немалом количестве случаев, если тормозной шланг прикипел. Мы сейчас скинем суппорт, просто выкрутим суппорт. Логично. Чтобы... О! Ну ладно, я решил, я сэкономил тебе 3 часа работы с прокладкой задних тормозных трубок. Тормозные суппорта были сняты, и диски тоже. После того, как был снят, а точнее отбит, тормозной диск, я наконец-то увидел механизм ручного тормоза, который закис, и стало ясно, что от него практически ничего не осталось. Некогда тормозные пластины, прилегающие к диску изнутри, превратились в труху, и я сказал Женьку, чтобы он их убрал. Пытаться их реанимировать смысла не имеет, так как даже если ручной тормоз начнет шевелиться, вряд ли с такими деталями он прослужит долго. Да и мне не хотелось оставлять всю эту труху внутри тормозного диска. Лучше я потом закажу новые детали для сборки ручника. Поэтому тросы были оставлены на месте, а пока поезжу без него. Буду стараться парковать, как и раньше, автомобиль на плоской поверхности. Ну а то, что осталось на полу после всех этих процедур, теперь действительно можно выразить фразой «тряхнули стариной». Сколько все-таки барахла внутри было? А я иногда думал, отчего у меня раздается какой-то шум из задних колес при медленной езде. Далее мы поставили купленные на разборке тормозные диски и суппорта в Омегу. И в суппорта установили новые тормозные колодки с новыми направляющими. После чего принялись прокачивать систему. Сжать вот так, да, ритмично? Качай. Да. Педаль обратно очень тяжело отходит. Провалилась. Качай. Да. Держу. Я снова делал то же самое, что и в 9-м выпуске. Давил педаль тормоза несколько раз, потом задерживал ее в полу. Отпустил. Так. Вот так. Нажми. Отпусти. Ага. Сейчас тут поставь. Не тормоз. Плавно. О! Отпусти тормоз. Газу. И очень плавно нажми. Нажимаю. Все. Уже? Да, отпусти. Ага. В этот раз настроение было куда бодрее, да и суппорта уже не заклинивали. И поэтому прокачка тормозов далась проще. Женя решил выполнить тест тормозов, прокатившись по двору. А? Как можно заметить, они начали обретать былую прыть. Теперь передняя подвеска стала работать как надо. Тормоза также получили ощущение свежести в их работе. Да, нормально. После всего этого мы отправились выполнить развосхождение автомобиля, так как после замены подвески углы положения колес необходимо было настроить. Ведь машина при поездке по прямой требовала постоянно ловить руль. Оказавшись на стенде, по задней подвеске развал схождения был в допуске. Чего не скажешь о передней оси.
Хотя это и понятно. Углы передних колес разнились на 2-3 градуса. Ремонтные работы прошли штатно, не привнося неприятных сюрпризов. Прям как на новом автомобиле, все по инструкции. И вот, в завершение этого дня, я впервые выезжаю из павильона и делаю первые метры на новой передней подвеске и рулевом. Вообще отлично едет. Просто супер. Вообще кайф. Просто вот реально прямо. Чек загорелся. Катушка, скорее всего. Ну, Женек молодец. Сегодня многое сделал. Просто супер ехать. Настроение играло, хотя ремонт еще не был завершен. Но то, что было сделано, уже позволяло неспешно кататься по городу. В тот вечер, возвращаясь с ремонтного павильона, я все-таки решил немного притопить. Правда, Женина Toyota Charger мне наглядно показала, что такое простой атмосферный 2,5-литровый JZ. Уехала его машина прям как от стоячего. Аккуратно. Последующие дни я начал потихоньку кататься и выполнять дела, уже будучи на автомобиле. Ну что, вот мы осуществили ремонт подвески и тормозов. Я счастлив, машина идет совсем по-другому. Мы сейчас идем по улице, по той самой, где зрители сделали мне замечание, когда я ехал. Кали, что ты так часто крутишь рулем? Ребята, я не по своей прихоти это делал на этой же улице, а потому что реально у меня гуляло все рулевое. Как вы видите, в 9-м выпуске плюс в ремонте под выпуском 1 мы полностью все, считайте, перебрали рулевое. И теперь автомобиль у нас идет очень ровно, аккуратно, его не болтает, ничего. Просто круто. Конечно, есть еще у меня определенные нужды в доработках задней подвески. Но что касается переда, пожалуйста, вот мы сейчас едем на рельсы. Смотрите. Спереди все упруго и тихо. Гремит у нас в основном задняя подвеска, поскольку там необходимо будет поменять амортизаторы. А так я очень доволен, машина идет вообще очень резво. Газ в пол и тормоз в пол. Газ в пол пошел. Тормоз. Вот так она останавливается. Тормоза работают прекрасно, предсказуемо, останавливая автомобиль. При торможении не издается никаких стуков, ничего. Машина мягко останавливается и не клюет носом после остановки. Вот я сейчас покажу. Если только чуть-чуть, и то надо дозировать педаль таким образом, да. Но как раньше, я останавливался, был определенный шум в колесах, и машина немножко вибрировала, особенно сзади. Поскольку сзади у меня заклинивали задние суппорта. Теперь мы все это исправили. Автомобиль вообще очень мягко стал останавливаться. Это с учетом того, что сейчас еще не работают задние амортизаторы. С ними мы будем разбираться позже. Итогом этого выпуска стало то, что машина стала ехать более или менее ровно. Теперь, как вы видите, во время вождения я не корректирую рулем, чтобы держать прямую траекторию, поскольку отсутствует люфт на руле. И теперь даже гидроусилитель, который вы видели в первом выпуске рубрики «Ремонт», он был также заменен. Считайте, что рулевое мы полностью перебрали. Подвеска, считайте, тоже спереди практически вся новая. Вот. Ну, разовхождение, я не скажу, что идеально сделали, но сделали так, что хотя бы машину не водит никуда, ни влево, ни вправо. Конечно, на моей высокой резине особого толку делать точный развал схождения, наверное, нет.
поскольку это вот тут чувствуется только на низкопрофильной резине. Например, такой как R17 на 45. Там вполне возможно вы и почувствуете какой-то толк вообще от вот этих регулировок. На моей же высокой мягкой резине R15 особого смысла делать суперточный развал нету никакой. Помните, в начале 9-го выпуска я там выполнил такой небольшой замер. Я замерил расстояние от края крыла до края колеса. Тогда оно составило что-то вроде 13 сантиметров. И благодаря тому, что мы удалили остатки ручника, теперь у меня из задних колес нету никакого шума. Он особенно был слышен во дворе, когда я ехал медленно, там как будто бы постоянно что-то задевало. Теперь этого не происходит, машина идет тихо, ее теперь перестало быть слышно, и соседи больше не жалуются на то, что я под ними езжу. Вот так. Так.